Всем привет, это канал Бармалей Плей, и мы продолжаем проходить Стражи Галактики. Поможет. Приятного просмотра. Это идиома. Решить две проблемы сразу. А, так и знал. На забвении нет зайцев. Могут быть у коллекционера в Империи Чудес. Прости, Дракс. Я думал, после выплаты штрафа все станет лучше, но стало только хуже. Не извиняйся, Питер Квилл. Встреча с корпусом Нова позволила мне увидеть цель. Нужно расследовать и сразиться... Эй, полегче, Дракс. Мы не станем сражаться с корпусом Нова. Пусть с этим Космо разбирается. Те бойцы действовали не как офицеры корпуса Нова. А жрецы... Это очень тревожит. Может проверить, все ли нормально на остальных станциях корпуса Нова? Вот доберемся до забвения, тогда валяй, проверяй! Нам не стоит злить грызуна еще сильнее. А что? Он милый, когда сердится. Должен признать, я переживаю за экипаж Надежды Халлы. Думаешь, Корел пустила бы этих психов на борт? Ее не было на посту, когда мы с ней связались. Кто-то еще мог их пустить. Вряд ли мы лишились бы связи, если бы оставили Ламу тут. Нужно очистить разум. Книга не помогает. Если хочешь совет, я как раз дочитала неэффективные планетарные боевые тактики галактической войны от мира сознания. И чем это поможет очистить разум? Ничем. Это тоскливо. А координаты? На твоей консоли. Понял. Вперед на забвение! Космопорт на отшибе вселенной и место лучших сделок на черном рынке. И на удивление вкусной лапши. Глянуть бы на того, кто нашел ее и крикнул: «Ого, отрезанная голова гиганта целее сделала! Поделаем в ней дыры и будем жить!» Им нужна была мозговая ткань. Очень редкая, очень ценная. Рынок появился позже, как и лапша. Этому Космо точно можно верить, Питер Квилл? Конечно, он ведь глава охраны. На забвении. Вероятно, он все время на связи с корпусом НОМ. Поверьте, он еще поблагодарит за наводку. Что они там делают? Задумали аферу. Прощайте, выхвости! А ракета с Грутом правда ушли? Да. Похоже на то. Куда они пошли? А ты поговорил с ракетой, Питер, после не того, трогай как инструменты ракеты. Вряд ли он был в настроении. Нет, Питер Квилл. Веди себя прилично, пока нас нет. Может, когда вернемся, попрошу Грута тебя искупать. Вы были правы. Похоже, им нельзя было доверять. Я все еще верю, что древо образумит грызуна. Хоть вы еще здесь. Я не пропущу твою встречу с Космо. Ладно, так, поговорим с Космо, а потом хорошенько повеселимся.
Думаешь, Космо нам поверит? Говорю же, мы давно знакомы. И он наверняка уже слышал о произошедшем. Мы просто подтвердим слухи. Может, он нас вознаградит. Будь я ракетой, где бы я была? Ты не он. Он куда ниже и покрыт мехом. Гипотетически. Тогда у тебя была бы другая жизнь, и твое расположение было бы неважно. Спасибо, Дракс. Пожалуйста. Как же? Они ушли. Что мне делать? Искать их и умолять вернуться? Ты мог бы извиниться. Это твой совет? Извинению не обязательно быть искренним. А какой смысл? Показать возможность компромисса. Ну, если мы его встретим, в чем я не уверен. Но если вдруг, тогда, может, и извинюсь. Ладно. Сообщим Космо о произошедшем, и потом у нас будет время подумать над тем, что делать с ракетой. Если ракета не вернется, нам нужно будет придумать, как избавиться от трекера Нова. Зачем? Мы еще не потратили незаконно полученное. Мы можем выплатить штраф. Но тогда придется лететь на Новый Ксандр. А что, если там произошло то же самое? На рынке найдется какой-нибудь лавкач, способный помочь. Возможно. Но Космо часто ведет дела с корпусом Нова. Может, он сможет помочь? Что? И как нам найти Космо? Пойдем к его башне на дальнем конце рынка. Там его наблюдательный пункт. Привет, мне нужно поговорить с Космо. Он в башне? Должен быть. Вам туда. Прямо через рынок там увидите. Приятно будет повидаться с Космо. Я даже по нему скучал. А как вы познакомились? Он тоже был пленником Читаури? Мы познакомились здесь, когда я был с опустошителями. Бесчестными ворами и убийцами. Они поступали правильно во время войны. И мерзавцы могут быть хорошими, когда это выгодно. Наши дурные поступки остались позади. Теперь мы хорошие. Точно. Герои по найму. Только нас не нанимают. Если повезет, Космо найдет нам задание. Следите за своими вещами. У этих чудаков очень быстрые руки, знаете. Питер Квилл, а на Земле тоже были предсказания? Люди, утверждающие, что видят будущее, были. Я встречала таких на нескольких планетах. Странно, что в этом схожи многие культуры галактики. Извините. И вхождение на двух ногах. Я ждал, что инопланетяне будут более... Тебя не имею. Нао Маубалто. Тебя выгу. Нет, вы ошиблись. У меня все супер. Прорицатели на Катате не смогли предсказать его гибель. Никто не предсказал того, что сделал Танос. Безумный Титан заплатит за все, что он уничтожил. Его больше нет. Мантис, что ты... У тебя те же суицидальные мысли? Что? Нет. Ха, и это та, что боялась работать в команде? Привет. Звездный Рок? Или Рок-звезда? Я Звездный Лорд. Точно, я забыла, какую из твоих версий видела. Ты уже сделал дело? На какое дело она ссылается? Я не знаю. Здравствуй. С тобой мы не встречались? Я... О, нет. Нет. Этого не...
Бедный. Нет, он лжет! В смысле... Там, где растут катати, попранное обещание дома будет исправлено. Запомни. Мандис, ты чего? О, эй, Гамора! Ты уже не так подавлена. Спасибо. Не бойся. Первый раз всегда так. Небесная Мадонна! О, вмять. Здрасте. Недопустимо вам быть здесь. Как раз таки я там, где должна быть. Кажется. Нет. Да, здесь я и должна быть. Или должна была. Я именно должна. Стоп, вы здесь зачем? Вы опять покинули святилище. Это опасно. Идет брожение в галактике. А когда не бывает брожения в галактике? Ладно, ладно. Раз вы на меня так смотрите. Была рада повидаться, Гамора. Звездочет. Зеленый из люка. Пока-пока. Слушай, Гамора, вы с Мантис близки. Знакомы. Ясно. Ты уклончива женщина. Стоп. Женщина? Лучше ты меня еще не называл. Я обещал Питеру Квиллу постараться, но мы не об этом. Тебе не говорили, что ты как открытая книга? Но ведь в твердой обложке. Я про то, что Мантис кое-что говорит. Мантис много чего говорит. Обычно бред. И он сбывается. Жукоглазка странная. Я понимаю твое нежелание ее обсуждать. Мантис странная, но она желает добра. Ну, мне так кажется. Что это? Кто это был с жукоглазкой? Жрецы Фамы. Я слышал. Эй, ребята! Привет, Грун. Ракета, нельзя меня игнорировать. Мы должны все обсудить. Ты в порядке, Дракс? Значит, нам их сюда притащить? Нет необходимости. Как схватите цель, вас будет ждать транспорт. По рукам. Будем на связь. Уходим, Грут. У вас грандиозный план? Сдается мне, ты перепутал меня с кем-то. Да брось, Ракета, давай поговорим. Нет, но ты его слышал. Так и уйдешь. Ты нам нужен. О, классно, я в вас не нуждаюсь. Так что поищи кого другого для починки своего корабля. Ты больше, чем... Я знаю, это делаю ложку из миллиона. Питер Квилл. А знаешь, мы, пожалуй, задержимся на минутку. Я не плохая, и помню, как ты драпал с Махлия. С полуспущенными штанами. Готовься к бою. Всегда готов. Что за... Я не знаю, что все это значит. Мне казалось, что вы друзья, Питер. Или ты забыла обо мне? Что, что, нет, нет. Разве можно забыть твое лицо? Вот и блеск.
Это капец, просто капец. Ты помнишь? Питер, круто было. О чем он говорит? О-о-о-о, это песня, верно? Разве? Разумеется, песня. Каждое звучало, когда мы с Питером произносили клятву на крови. Правда? Что, клятва на крови? Серьезный договор, Питер. Эй, нет, постой. Конечно, я помню. Круто было, и та музыка. Вот что я скажу, Питер. Хочешь тряхнуть, старина? Седлай ураган, единый, как тогда. Началось. Хочешь, чтоб я подпевал? Бармен, дай мне соломинку. Меня уши заложило. Ладно тебе. Что? Давай еще куплет. Давай! Together to the end of the road to the sky. Let it strike twice, now it's time to fly. Пой со мной, Питер! Through the pouring rain, ride storm rider. Так держать, Питер. Ну иди же. А у немашки. Смотреть противно. Уходим, Грут. Славно! Ты теперь главный опустошитель. Слышал, он глотает срок на Келне. Я? О, нет, у меня новый отряд. Ты занимаешься тем своим делом? Нет, дружок. Корпус снова самого моего подельника на Махлилия. Ну и ладно. Я нашел другого партнера по бизнесу. Скажем, через скотоводство. Типа того. Только ни одна скотина не спарится после того, что она с ними творит. Лишь я вспомнил, что мне пора. О, правда? Это облом. Что ж, слушай, Зита, я прошу прощения за то, что едва тебя не спешил. О, да ладно, ты бы не выстрелил. Я выстрелил. Прямо в лоб. Но так не выступают с теми, кто шторм оседлал. Скажи, так что дарю тебе это взамен. Что это? Билет в эфире. Чудес коллекционер. Да, купил его в надежде найти время любоваться на тихонке. Ух ты, спасибо, это отпад. Пожалуйста, и запомни. Ride the storm, storm rider, storm rider. Ладно, пока. Ловко, Питер. Могло быть хуже. Где ракета? Грызун покинул бар, как только понял, что тебя не убьют.
блеск. Навевает воспоминания. В смысле, головную боль? Да. Тот сакаарианин. Я отлучусь. А что произошло? Не выпытывай, Питер Квилл. Не ждите меня. Что это за дела? Эй, Дракс! Куда прешь, звездный лорд? Сам ты прешь, красный урод! Ты это видела? Значит, я иду к Космо-1. Их там много. Все что угодно. Почти. После ремонта, конечно. Новые сейчас редкость. Ну... Ой, ищете что-то конкретное? Мне бы что-нибудь, чем нейтрализовать трекер корпуса Нова. Серия 7 от 12 или 2G2. Стойте! Их уже не выпускают, хотя... Есть кое-что, что должно сработать, несмотря ни на что. А он точно отключит трекер? Что положено, то он и отключит. Спасибо, класс. Такой суммы. Выплатить долги. Отдать штраф, починить Милана, дать ребятам премии. Готовы потягаться за крупнейший джекпот вашей жизни. А как узнать результат? Нужно вернуться на забвение и сделиться со списком выигрышных билетов.
уплаты комиссии за проверку. Сумма выигрыша будет переведена на ваш счет. Обидно будет выиграть, а потом не вернуться за выигрышем. Я пас. Лотерейные билеты! Лотерейные билеты! Серьезно? Постарайся не создавать проблем. Особое отношение к врачам. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вы, мой дорогой счастливчик, наконец-то прибыли в Империю Чудес! Частный музей Делилира Тивана! Самая-самая-самая эксклюзивная коллекция чудес галактики! Все прячут свои сокровища, но не мистер Тиван! Он очень-очень-очень щедрый и делится находками с простым людом! Не хотите ли вы осмотреть музей? Я бы сходил. О, у меня билет. Мне не надо платить, да? Ого, значит, вы очень важная персона. Мистер Тиван раздает такие весьма редко. Наслаждайтесь экспозицией. Самый большой ассортимент сувениров. Наслаждайтесь. Порадуйте себя уникальными подарками. Не может быть! Не въезжаю. Прикольно. Классно. Да ладно, это откуда? Ну, допустим. Самый большой ассортимент сувениров в галактике. Хм!
Отойдите от меня. Надеюсь, Космо у себя. Мост закрыть. Туда. Что-то не похоже. Форма. Служба безопасности. Мы есть власть. Переулок. Ходи туда. Но мне очень нужно Космо. Космо не в башне. Он там, звездный лорд. Там. Стоп. Вы знаете мое имя? Ходи. Или сидеть в тюрьму. Выбирай. Совсем не стрёмно. Космо явно где-то здесь, в этом лабиринте из разлагающихся мозгов. Ладно, отыщу Космо и все. С командой потом разберусь. Если найду их. Питер, там что-то есть. Но что, я не скажу. Потому что в женщине должна быть загадка. Космо, это ты? Ненавижу лабиринты. Особенно внутри вонючего мозга. Так, приятель, спокойно. Спокойно. Есть Грут. Хватит с ним любезничать. Рык, ворчание, шипение.
Мять! Я так инфар схлопочу. Началось. Ух ты, кто попался. Куда прешь, Звездный Лорд? Что вонючий, грязный земнюк здесь забыл, Росс? Прячется, небось, Гарик? Да, земнюки всегда прячутся. Все же знают, земнюки щуплые. Хе, и аппетитные. Ну, на любителя. А может, мы любители? Ну, награда слаще. Эй, парни, вы случаем не знаете, как пройти в контору Космо? Меня терзает явное чувство, что вы ищете кого-то родом с Земли. Я понял вас, понял. Земля не все на одно лицо. Не то, что вы, парни, вас ни за что не спутаешь. Ну, к делу давай, Земнюк. Дело такое. Я помогу найти того, кто действительно вам нужен. Земнюки и правда на одно лицо. У этого Земнюка слово на спине. Как в ориентировке. Что за слово у тебя на спине? Люблю забвение. А может быть, Звездный Лорд? Да неважно. Держи его! Нам сказали навалять Земнюку, у которого пушка с буквами. Мало ли кто ходит в куртках. Да, но леди Кэл велела пристукнуть именно тебя. Так сдохни. Что? Она его живым или мертвым? Леди Кэл, я вам заплачу вдвое больше. Ну нет, леди Кэл шутки плохи. Трое больше. А он испугался. Тебя конец. Ладно, может, присядем, выпьем, поговорим. Да заткнись ты уже! Я его расскажу! Но, ребята! Землючонок испугался! Тебя конец! Ладно, ладно, ладно. Этот, как его, тайм-аут. Сердце разрывается. Парни, это очевидно. У нас равные силы. Да, неравные. Мы абсолютно непобедимы. А что ж, это не ась. Но мы ведь профессионалы, верно? Верно? Давайте договоримся.
туда. Надо разделить! Теперь у нас почти равный бой! Только если они рядом! Покажем этому сосунку, что такое бой! Это наш шанс! Берегись, человек! Скучал? Разберите! Покажем, на что способны стражи галактики! Радуйся, Питер! Сражайся! Я рад поучаствовать в этом бою! Мы их по полу размахнем! Стойте, как скала! Атакуем их поодиночке! Пробьем дыру! Что за... Питер! Что происходит? Это же улет! Фильм про зомби, захвативших Землю. И про ребят, дающих им прикурить. Само собой, ты запомнил это. А спроси я, взял ли ты свой ланч, ты глазами хлопаешь. Я не нарвусь, мам. Я осторожен. Подожди-ка. Пока ты не ушел, есть разговор. Я кое-что тебе дам. $20? Размечтался. Считай это запоздалый подарок от папы. Он на моей кровати. Сходи за ним, а я уберу на кухне. Откроем вместе. Я это предвидела. Слышала о праве по рождению. Это то, с чем ты живешь. Как имя. Перед отлетом в космос отец... Ах, мам! Я знаю, звучит глупо, как бред, но... Теперь все иначе. И важнее всего сейчас, чтобы ты поверил мне. Может, это убедит? Ого! Не спеши, ковбой. Это твоего отца. Думала, он нам оставил их для защиты. Но не исключено, что это пресс-папье. Ну, раз ты поверил в то, кем он был, может быть, они и правда защищают. Защищают от кого? Твой папа был не просто с другой планеты, Питер. Он был влиятелен. А у влиятельных есть враги. Что за враги? Не могу сказать.
Его народ воевал, и он знал, что, оставшись с нами, приведет войну на землю. Так что выбор тот еще. Обменять счастье на безопасность людей. Твой отец улетел, чтобы уберечь нас. 13 лет было тихо. Но что-то надвигается. За нами наблюдают. Мам, если не имется доиграть партию, так бы и сказала. Надеюсь, я ошибаюсь. Правда. Но быть королевским сыном на любой планете значит постоянно ходить с мишенью на спине. Ты отважный парень, но нужна и осторожность. Случится может всякое. Пойду выпущу Кубрика. Я быстро. Жесть! О, черт! Нет! Ликвидировали. Он так и сказал. Фу, ни капли деликатесности. О, черт. Всех бы вас поубивал. Не тебя, длинный язык. Нет, тебя, Эдди Хелл, ждет жизнь. Но не слишком живым. Вы не выполнили миссию. Позор. Это Квилл. Эти посредственные головорезы утверждают, что Леди Хеллбендер наняла их убить нас. Эй, мы не посредники. Мы состоим в лиге. Не-не-не! Ты сам сказал, что она будет нас преследовать. Я надеялся на чудище, а здесь эти. Мы б вас поубивали. Ничего, все впереди. Слышал, Питер Квилл? Не все потеряно. Да, супер, Дракс. Недолго нам сидеть в этих клетках. Во-во, да-да. Дружбаны нас спасут. Да, спасут. Вы будете мечтать о смерти. Молчите! Хорошо, что ты появилась. Было бы еще лучше, если бы ты меня не бросала. Я не бросала. Нам было так весело, и вдруг ты... Погоди, я что, был наживкой? Ха! Что ж, твой план сработал. И даже больше. Мы теперь в тюрьме. Тюрьма у нас в голове, Питер. Эй, это ошибка! Я не виновен! Космо, ты там? Космо!
вытащить нас отсюда, леди Хелл? Ну, кто-нибудь вытащит. Она леди Хеллбендер. Эй, Космо, мне очень нужно в туалет. Я лишь друг. Да, не смейте его лапать. О, это еще не все. Я тебя лохвидирую. Эй, ребят, не ожидал вас здесь увидеть. Выкуси, писклять. Писклять? Да, и хламажу к тому же. Заткнись в камеру. Да ладно, тебя обидел кто-то? Ты, и мы увольняемся. Я есть Крут. Нет, ты тоже. Не разговаривай с ним. Ракета, друг, перестань. Мы были в шоколаде. Вы с Грутом не просто охотники за головами. Фырк. Что ты сказал? Я сказал фырк. Так не говори фырк, а фыркай. О, так я и самовыражаюсь неправильно. Сказать еще? Ты правда просто вуф! Я есть Крут. А что ты хотел услышать? Я ждал, что ты скажешь вуф. Ракета, друг. Вуф. Надо было вуф тебя, когда вуф шанс. Вуф есть Крут. А вот и не вуф! Ты не вуф-вуф-вуф! Что? Ты вуф надо мной! Я сколько раз говорил, я тебе вуф, не животное! Вуф, ты говорил, вуф! Иди там вуф-вуф! Я лишь вуф! Вуф! Что за колдовство? А где мы? Вы по-прежнему на забвении. Космо! Здорово, приятель! А мы тут как раз... Страж Галактик скажет Космо, зачем они проникли в кору континуума. Иначе Космо устроит им еще не такой психологический гулаг. Проникли в... Не корми Космо кошачьим кормом, Пётр Квилл. Ты заодно с кровным братом. Специально отвлек внимание, чтобы гадкий енот и разумное древо использовали кору. Возможно, в своих шкурных интересах. Космо также знает, что на корабле Стража Галактик стоит трекер Нова. Я уверен, это поправимое недоразумение. Так? Так. Мы сюда попали из-за событий на скале Нова. Страж Галактик был на скале Нова? Да, чтобы найти Центуриона Карел и выплатить штраф. А что? Странные сообщения множатся в Галактике. Как кролики весной. Космо послал много отрядов на разведку. Все сгинули. Теперь и скала Нова шлет тот же сигнал. Страж Галактик доложен Космо об увиденном. Бойцы Нова убивали друг друга. Я есть Крут. Они там все словно белины объелись. Или обратились. Да, во время обряда со жрецом. Они говорили про обещания. Так точно, сэр. Братство птиц. Культ негативной зоны. Церковь Вселенской Истины. Стой, 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 стоп! Это они. И с ними старикашка. Его челнок накрылся на Надежде Хала. Великий объединитель Рейкер, глава Церкви Вселенской Истины. Космо припоминает. Старый культ, весьма влиятельный во время Галактической войны, сейчас полузабыт. Ты сказал, скала передает сигнал. А вдруг их религия каким-то... Нет. Церковь Вселенской Истины... Умерла золотокожим богом. Давай мы сгоняем на Надежду, разведаем. Что? Из твоих отрядов никто не вернулся. С людьми стало быть напряженка. Мы хотим знать, что случилось, так же, как ты. Да ну. Отправь нас на разведку. Пётр Квилл вечно кидает. Но не мяч у тебя. Мяч.
Что Страж Галактик просит взамен? Пустяк. Сними обвинение. Обратись в штаб-квартиру корпуса. Пусть аннулируют наш штраф, и мы летим. Это совсем не пустяк. Признайся, Линявый. Без нас никак. Нас? Пока что. Или у тебя другие глупцы на примете? В Советской России Космо не стал бы верить ушлым капиталистам. Но до Родины далеко. Зато Космо знает о силе залога. Корабль Стража останется на забвении. Что? Только не наш корабль. Мой. И как найти Надежду Халы? Как и енот знает. Идем, время не ждет. Так куда мы направляемся? В первое поселение. Из прежних времен, до того, как Тиландрук явилась. А первое поселение шахтеров не исчезло? Нет, заброшено. В основном. И строго засекречено. Это сюда ты вломился? Приложив немало усилий. Стоп. Это кора континуума? Лучший способ попасть на корабль корпуса, пока тот не исчез. Ты нашел кор... Пожалуй, на сегодня все. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.